Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, заберем бесплатный сундук. А магнит плюс стартовый ускоритель здесь выпадает. Так, в команде. Привет всем. Отправить. То мы обычно забываем с тобой отправить, поэтому сейчас все сделаем как надо. Результаты. Итоговое место какое у нас? Маленькое. 594. Понятно. Короче, еще лет 10, ребята, нам не видать здесь призовых местов. Так что не удивляйтесь, то что маленькие будут награды. Так, зимние шины, ускоритель дым и ускоритель фляг. Ну что, сегодня, я так понимаю, будем брать 30 тысяч кубков. Так, свиное рыло ты у нас отыграла уже свое. О, возьмем такого чувачка, викинг с морковкой. Вообще топчик. Зайдет на ура. Так, берем наше раллийное авто. Без крыльев. Без крыльев просто. Вот так вот. Поехали. Слушай, здесь вообще-то надо было брать нам с тобой не раллийное авто. По уму-то. Да-да-да-да-да. Здесь байк. О! Байк в воде, ребята, как я смотрю, не особо силен. В принципе, это норм. И я взял первое место. Здесь надо было взять суперкар. Вот на нем бы, ребят, мы повеселились бы, на самом деле. Ну что, водный тоннель. 30 тысяч кубков сегодня взять надо. Ух. Так. А у меня получилось. Получилось, ребята. И у байка, кстати, тоже получилось. Но, как мы видим, ЦВК все-таки нас переплюнул. Ну, понятно, ребята, понизу все-таки ехать выгоднее, чем там наверху. Поверху несподручно, так скажем. Слишком много манипуляций там всяких, поэтому, конечно же... Так, стоп. Здесь главное не врезаться. Тем более на нашем ускорении мы же можем чудануть. Тихо. Есть. Ну что, ребята, первое место здесь мы заняли и неплохо начали. Так, команда. Да, да, пишем. Пишем видео потихонечку. Так, кубок лесов. Ну, кубок лесов обычно мы проходим на нашем раллийном авто. Хотя раньше, если я не ошибаюсь, кубок лесов мы ездили на супердизеле. По-моему, так было, да, даже? Или даже на баге. Ну, судя по тому, сколько здесь всяких вот изъянов, то, скорее всего, по-моему, на баге. Очень много вот всяких попрыгунчиков. Я и вижу, что здесь, вон, ребята, два баги. Сани там едет, и кто еще? Сани и... Вторым кто приехал? Эмзели. Ну, так назовем его, Эмзели. Пруд, пруд, пруди. Давай-ка попробуем здесь... Не напрудить. Отлично. Здесь мы прилетели, а баги то решила понизу поехать. Ну, в принципе, зря. Он сделал большую ошибку, что поехал понизу. Все, ребят, как с куста. Мы лучшие, мы лучше. Но баги, ребят, все равно не отстают. Вертушка почему-то приехала последней. О, зимний кубок. Ну, зимний кубок, ребят, я не буду менять ничего. Колеса оставим те же. Так, ребят, я не понимаю, что происходит. Игра вылетела. Привет, викинг Рэй. Викинг. Почему викинг? Как делишки? Норма. Как сам. Так, ладно, ребят. Нам надо ехать дальше, потому что кубок путешествий, гонка. Это у нас пустыня же? Нет, нет, ребят, это не пустыня. Кубок путешествий — это три разные трассы. Знаешь, почему, мне кажется, вылетает игра? У меня, ребята, на эмуляторах стоит обновление всех приложений. Причем запущено у меня аж три эмулятора сразу же. Видимо, из-за того, что там идет вот это обновление. Что? А вот это что сейчас было? Это что? Что с машиной-то происходит? Смотри, ребята, кнопка сама по себе зажалась. Вот эта кнопка, она сама... Я...
Даже руки убрал с этой, с клавиатуры. Прикинь. Офигеть. Вот это да, вот такого бага у меня еще не было, ребята. Ты чувствуешь, что какие-то... Все, я, короче, понял, ребята. Эмулятор нужно закрывать второй, потому что... Вам, наверное, не видно, но вот здесь-то у меня в правом углу показываются установленные игры. То есть эмулятор обновляет игры и, соответственно, их показывает мне о них сведения. Поэтому надо будет сейчас выходить из этого эмулятора к чертовой бабушке. Иначе мы... Так, на паузу нажмем. Так, ну что, надеюсь, это нам поможет. Сейчас посмотрим, ребят. Ну, соответственно, я уже здесь все растерял, что только можно и нельзя. Так, и какое же у меня место получается? Третье, ну понятно, ребят. Там вылет, там еще что-то. Тоже потихоньку. Тоже потихоньку. Потихоньку-то хорошо, когда потихонечку. Не спеша так, да? Не спеша. Да, ребята, я выключил эмулятор. И все. И, как видишь, все стало нормально. Фига, я даже подумать бы не мог, что... Хотя фризы почему-то... Нет, ребята. Так, друзья, ну что? Все подключал, что можно. Надеюсь, больше никаких проблем у нас не будет. Потому что фризы и вот эти вот загрузки, как бы мне вообще не с руки. Да, посмотри. Все повырубал и больше никаких проблем. Тут, конечно, немножко я потерял в скорости. Лавос. Ауч. Не хватило немножко. Не хватило чуть-чуть. Ладно, ничего страшного. Ты смотри, тягач-то, тягач-то, а? Опа. Так, попробуем сейчас, ребят, здесь перехитрить их. Оу. Ну, тягач, понятное дело, там летает, как я не знаю кто. А этот там наворачивает сальтоны. Блин, опять я вторым. Так, у меня 2 очка. 2 очка и там 2 очка 4, да? Если вот сейчас мы здесь с тобой не выиграем, не возьмем первое место, я буду вторым. Если я приеду первым, то я буду вторым. Сейчас посмотрим, что вообще будет. Трасса-то какая, а? Ты посмотри. Это там наяривает только шорох. Сальтон выкручивает, не знаю. Он взял, что ли, этот... Ускорение выкрутасов? Первое место. Ну, смотрим, 7 очков. Да, первый. Первый, ребят. Зимний кубок. Давай-ка мы здесь... Аккуратненько прокатимся. На этом зимнем кубке. Тут главное, ребята, иметь хорошие колеса. У тебя будет тогда сцепление нормально. И ты будешь здесь ехать замечательно. Вот как в данный момент проехал я. Если бы были бы плохие, ты бы... Даже на самом старте бы ты буксовал бы. Очень сильно. Пробуксовка была бы офигенная. Смотри, 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 смотри. Делаш какой, приехал. Ой-ой-ой. Слушай, ты посмотри, этот синий волк. А, так он еще и с крыльями, да? Ему крылья, ребята, помогают. Ну, такое бывает. Такое бывает, что он ему помогает, но... Победу. Победу ему не видать. Ты видел, как я... Сцепление у меня какое было. Просто с места буксанул. Вот что я называю хорошие колесики. Слушай, наверное, колеса... Ё-моё. По верхам покатался, вот, ребята, и получил последнее место. Так, лесной кубок. Викинг, ты меня что-то расстраиваешь. Да все изначально, ребят, пошло как-то через одно место.
То черепашки мне сегодня всю игру подпортили, то здесь вот это все. Наверное, в черепашке тоже, ребята, вылеты были из-за того, что там было вот эти вот все обновления шли. Ох, ёк-макарёк. Вот это я сейчас впендрючился. Тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Байк, вали нафиг отсюда, а? Первое место занял все-таки. Все, ребята, сдаем позиции. Называется. Надо брать нам эту вертушку и играть на ней. Ну. Так, вот здесь хорошо получилось. Блин, все равно, ребята. Ой-ой-ой, да что. Что с машиной-то не так? Что она все время выпендривается, а? Скажи мне на милость. Есть. Прям, ребята, кончиком бампера я занял первое место. То есть дотронулся быстрее до финишной линии, получается. Так, он еще и на форсаже, правильно? На форсаже, ребята, и дурак сыграет, я тебе скажу. Вот почему... Это формула или что, я не могу понять. Ехала там. Нет, это не формула, это, скорее всего... Ну да, это спорткар. Не спорткар, а суперкар. А вот, ребята, и появился, наконец-то, значок 30 тысяч кубков. Так, эпическая вышла на так, ускоритель приземления на выскочку, так же, как и стартовый ускоритель, плюс магнит на байк. А вот городская вода, это уже, ребят, для нашей Ламборджини. Промзона. Смотри-ка, а формула-то, ребята, получается, будет... Нифига он там. Ты видел? А, так он и... Все, ребят, я понял. Он еще с этим, оказывается, едет. Скажи, я скажу. Мало того, что он, у него нитро взято, так он еще и с форсажем. Он еще, ребята, и с форсажем, ко всему прочему. Ну так-то любой дурак сыграет, ребят. У меня нету, например, вот форсажа. Был бы, может быть, я и взял бы его. Ты прикинь, какая бы у меня тогда скорость была бы. Или у меня есть форсаж? Не, нет у меня форсажа. Чувак разбился. Ты понял? Так тут ККМ-ка вылезла, блин. Витек какой-то, блин. Ну, получается, какое у меня? Второе место, ребят. Ну да, этот все равно, ребят, он два места призовый взял, поэтому тут не исключено. Рэй, у меня серьезный вопрос. Можешь дать второго лидера? Я ежедневно играю, я буду запускать команду соревнования. Плюс 600 километров проехал. Согласен. Согласен. Так, Jellyfish, ну давай, давай. Продвинуть. Все, ребят, Jellyfish будет, если что, вам запускать. Так, ну что, у нас следующая трасса, и поэтому давай-ка мы здесь. Ауч. Так, подожди, 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 подожди. Не раскисай, Рэй, не раскисай. Раньше времени, все будет нормально у нас. Слушай, а неужели у нас действительно нету на нашем суперкаре форсажа? По-моему, он есть. Или нету? Вот не помню, хоть убей, а. Надо глянуть. Ну, формула там, конечно, ты видел, да? Лихо едет. Под форсажем просто скорость. Мой суперкар, он там вообще, ребята, где-то отдыхал в уголочке. Тихо, молча. Так, 6000 монет мы с тобой забрали. Спасибо. НЗ, если кто не знает, это не за что. Так, забытое шоссе. Ну что же. Вот сейчас, кстати, мы и глянем. Есть, ребята, 4 уровня. Слушай, может быть, вместо монетного ускорителя вот так вот сделать? Давай просто глянем, как это будет выглядеть. Наверное, будет выглядеть очень
дикая. О, ребятули, я вам скажу, что... Это повезло просто, ребят. Это просто крупно мне, блин, повезло. Тихо. Берем. Где там, блин? Вот он. Ух. Это большой риск. Ребята, конечно, круто едет, но риск просто офигенный. Так, спасибо большое, на ему здоровья. Да и не за что, Гелифиш, тебе тоже. Тебе тоже, дай бог здоровья. Так. Я ненавижу воду. Ну, в воде мы поедем, ребята. В воде мы поедем на нашем раллином авто. Но в воде, естественно. Здесь я что-то другого не приемлю. По чесноку сказать, тут кто-то на вертушке, смотрю. Ну, баги. Ну, в принципе, стандартный набор. Как он везде у нас и происходит. Ну, обычно тут, конечно же, присутствует больше раллийных авто, чем другие какие-то машины. Так что... То, что здесь вертушка, конечно, вышла, это для меня, наверное, ну, как бы сказать, редкость. Я не помню здесь вертушек. Мотоциклы помню, помню раллийные авто. Выскочки дофига было. Лихачей. А как же без лихачей-то, да? Опа, ты видел, как рыбка там заюлила? Когда я мимо нее проплывал. Все. Здесь мы тоже взяли. Взяли, как говорится, гонку. Ну что, давай попробуем здесь на третьей гонке. Я, наверное, ребята, после ХКР-ки 2, о, ХКР 2, сыграем, наверное, Арсения против зомби-герои. И, наверное, запилякаем еще и по первой части видосик. Гарантировать не буду, но постараюсь. Что это такое-то? Что это? Еле доехал, думал, что все, там рассыпемся сейчас. Сейчас пролечу что-нибудь. Важно, не? Нет, ничего важного не пролетел. Все получилось как надо, ребят. Первое место. Угу. Шахты. Ну, давай попробуем теперь в шахтах. Ай, нос чешется. Смотри. Брайан, ребята, едет на... Он все-таки успел урвать, да? Он поднял, ребят, он поднял. Вот здесь я, конечно, немножко в шоке. Третьим, ну хоть не последним. А почему в шоке, ребят? Потому что я врезался вниз, когда падал. И потерял скорость. Ну и в этот момент, естественно, все на гнилой собаке меня... Давай, Брайан, переворачивайся. Все, там и валяйся. Вот бродяга этот, лихач. Выпендривается тут. Угу. Когда он, ребята, вот такой вот весь начинает светиться, это означает, что он нажимает супер вот этот свой разгон, рывок, я не знаю, как там назвать. Твою налево, чё ж ты как этот, а? Смотри. Оп! Ух! Лузер. День гонок. День гонок, ребят. Поехали, попробуем здесь выиграть. Ты посмотри. Баги, Феррари. Чего? Чего? Он на попрыгун? На попрыгушках? Ты видел? Меня чуть Феррари, ребята, не обогнала. Офигеть, она набирает скорость. Опять же, ребята, это Феррари у нас едет с форсажем.
А этот на попрыгульках все никак не успокоится. Баги тут еще со своими крыльями. Кстати, он тоже что ли на попрыгушках, или мне кажется? Так, здесь, ребята, спускаем. Фиган там Фолли Джаз. Но слишком далеко он там летел. Мы все-таки успели с тобой прыгнуть, приземлиться и уехать, пока он там только в полете был. Представляешь? О-о-о-о, Багги, что творит? Что, ребята, творит Багги, ты посмотри. Что-то, мне кажется, здесь фейл у меня будет. Второе место. Второе место, а по очкам у меня получается первое. Рука зачесалась, ребят. Ну ладно. Так-с. Да зачем мне вот это-то? Поехали дальше. Поехали дальше. Болотистый кубок. Слушай, зачастили, я смотрю, у нас, ребята, здесь тягачи. Я думаю, что вы тоже заметили, да? Ну! Трындец, блин. Что надо было потерять в скорости вот на этом подъемчике, а? Напряженно, ребят, прям. Аж шея заболела, ё-моё. Сейчас дернул шеей, головой точнее. Ай, неудачно как-то, аж хрустнуло что-то. Весь как этот, как хрустик, ё-моё. Рассыпаюсь. Слушай, Абдо, иди в Абу-Дабу куда-нибудь там. Не нервируй меня, муля. Отлично. Так, состыковка. С кем только состыковка? Мы вроде бы как не спутник тебе состыковываться там с кем-то. Так, наверное, сегодня еще надо будет поиграть, ребята, в этот. Опа, 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 отлично. В этот, как его звать? Драконы, всадники, Олаха, хотя бы ежедневки сделать. Ну, не сделать, а собрать. Иначе мы так не накопим с тобой нужное количество конфет, чтобы купить премиум дракона. Так, что там в команде? Я, кстати, 65 тысяч апнул. Красавчик. ГЦ. Если кто не знает, что такое ГЦ, это Грац. Поздравляю. Так, ну что, ребята, у нас дальше кубок претендентов. Ну, мы уже вроде бы ездили здесь на кубке на этом. Опять, смотри. Опять, друзья мои, они на форсажах все тут выпендриваются. Ты знаешь, что они специально, ребят, начинают сбрасывать скорость именно когда рядом есть горючее. Почему? Потому что если он не подберет горючее, то он далеко не уедет. Он просто может на полпути сдуться. Мы с тобой, помнишь, как-то видели, ехали. То байк где-то посреди отдыхает, то формула где-то там, раскорячившись, лежит. Вот это именно из-за того, что им не хватило горючего. Жрут они как динозавры именно по горючке. И если ты пропустил канистру, то все, это считай крах. Особенно на таких трассах, где всего лишь одна гонка и трассы слишком длинные. Вот обычно там ребята встревают. Так, ну что, а у нас пока все отлично. Сумасшедший город. Ну вот, видишь, он меня обгоняет. Опять же, ребят, только за счет того, что у него форсаж. Я сейчас вырвался за счет нитра. То, что успел подобрать. Кратковременный, но очень мощный рывок. И ты видишь результат. Так, что там у нас? ГЦ, поздравляю, прощено. Правильно. Правильно говоришь. Я уже, правда, сказал это, но... Ладно. Так, ребята, а вот, кстати, кепочка. Кепочка, которая там у нас будет следующим призом. У меня этой кепочки нету, и это радует. Так, Ми, ты неплохо начал. Я видел, как ты сиганул. За счет чего ты сиганул? Это я уже видел. Воу. Ну вот, ребят, вот
Видишь, мотылинуло меня. Вот и все. Давай, 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 давай. Ты посмотри, 4 раллийных автошки, ребята. И я все-таки вырвался. Хотя был момент, ну ты видел, да? Где я уткнулся в землю, и там очень, ребята, много скорости потерял. Во! Вот тебе продолжение. Показушное. Так, фаленка. Вот тут-то нафига ты пропустил дрючий рей? Ну, каждая канистрочка у нас на счету, а ты пропускаешь все. Давай вот эту подними. Есть. Опять, да что у него, блин, за мания-то клевать носом-то? Я не понимаю. Это хорошо, мы вырвались. Но носом-то она что клюет-то? Раньше такого я не замечал, чтобы она... Наоборот, мы раньше все время вверх задирались. Теперь носом клюет. Так, опять этот Ми тут лезет, а? Я задел, задел, ребята, кончиком. Так. Вот это было паршиво. Это был очень паршивый прыжок, ребят. Беспонтовый, но все. Фух. О, щетушки. Щетушки. Ребят, все отлично. Кепку хочу. Хочу вот эту кепку. Грязные ролли. Кто-то говорил, Рей, зачем ты вырезаешь неудачные попытки с боссами? Ребят, ну, элементарно. Если я проигрываю боссу, мне придется опять делать 3 или 4 гонки для того, чтобы до него дойти. Поэтому я этот момент, естественно, вырезаю. И вырезаю только лишь удачный. Понимаешь? Вот и все. Потому что это слишком долго и муторно. И комментировать мне там особо неохота. Поэтому я просто молча тупо проезжаю. Комментирую только уже на последней гонке, уже с боссом. Так, ну что, что ты сзади едешь, поросенок мелкий? Вот хочет меня обогнать, но... Хочет, но не может. 4 гонки здесь будет, так что, ребят, не расслабляемся. Где-нибудь да он меня все-таки подловит. Где вот только, вот, интересно мне знать. Пока я очень хорошо оторвался от них. И все, ребята, я занял здесь первое место. Я думал, он меня все-таки настигнет врасплох, но нет. Все получилось очень даже хорошо. Но он пыхтит там, как, я не знаю, как паровоз, ребят. Я прям вижу. Прямо шкипит у него там все. Как он, как у него вот жажда обогнать. Нет, это, ребята, это нормально. Лучший... Ой-о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 й
Не щипанные. Да, ребят, мы лишний раз показали, что мы лучшие. Так, а когда, кстати, видео будет? Наверное, ребят, да, сегодня, скорее всего. Успею я выложить его. Время-то 4 часа дня всего лишь, пока. Часиков в 7-8, наверное, оно будет уже на канале. Так, ну что, я продолжаю, ребята, гонку за кубками. Сегодня какое, 15 число, да? Или 16, даже я уже не помню. Ну, в общем, полмесяца уже прошло. То есть остается у меня полмесяца, ребята, на то, чтобы взять 20 тысяч остальных кубков. Я поехал вниз. Фух, ёк-макарёк, ладно. Слушай, да что ты? Я думал, что, ребята, я всех тут перехитрил. А получилось нифига подобного. Значит, надо было поверху ехать. Тогда бы там было бы все отлично. Вот это вот красный инвалид меня что-то, ребят, напрягает. Да-да-да, ты правильно понял. Именно вот это вот раллийное, блин, суперкар, точнее. Оу! Давай вот здесь вот аккуратненько проедем. Помню я этих крокодилов. Ты посмотри. Все проехали идеально. Как же так-то? Ну, урвали мы горючее, успели. Чего он у него так подлетает-то, у него там бешено?
Ты видел? Суперкар этот, летун. Несчастный. Так, круто. Круче некуда. Так, ну что, ребята, нам, наверное, еще две гонки все-таки придется сделать для того, чтобы получить кипарик. Так, тягач. Тягач, врежься куда-нибудь. Так, он там скорость немножко, ребят, снизил. Да. Колли. Как они вот это делают, ребят? Как они вот буквами такими делают свои никнеймы, а? Что? Так, давай-ка я, наверное, вот сюда вниз пойду, нафиг. Я знаю, что там поверху будет слишком много колдобасины всякой, поэтому пойдем понизу. Так, и последняя гонка. Но мотоцикл здесь, ребят, с этими... Как они называют это? Усилители, по-моему, да? Вот эти вот... Когда летишь. По-моему, усилители называются они. Ох, какие там жертвы, друзья мои, сейчас были, а? Там и этот перевернулся, и тягач, по-моему, насмерть. Нет, нет, он все-таки приехал. Все там отлетает у него. Ну, а у нас глубоководная езда. Блин, ребят, надо в магазин как-то сбегать. Водички попить, что-то в горле пересохло просто. С-под крана воду не пьем уже сотню лет. Там такая вода желает лучшего. Воротит в нее как не знаю от чего. Поэтому приходится покупать в бутылках воду. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, в принципе. Я уже думал, что расстроился, трубу перелетел. Но тут, видишь, был финиш рядышком, так что нормально все. Так что все пронесло. А это ролички. Ау, мама мия. Да что ж ты будешь. Ну вот-вот-вот, ребят, вот здесь вот я. Да, обидно, конечно. Так тупо сфейлился. Ну ладно, я еще, ребята, еще и вторым все-таки успел обогнать этого желтого и занять второе место, все-таки не позорно. Позорно было не попасть в трубу. Вот это было, ребят, позорно. Подводная лодка, естественно. Ну давай, заезжай ты, господи. Ну, ё-моё, там все ребята уже улетели. Ну, что я могу тебе сказать? Поздравляю с последним местом. Жена была такая. Чё, раньше же как-то же проезжал же здесь. Второе место. Ну, кепку, даже кепку не взяли. Ладно, удачи победить босса и получить 300 кубков. Как будто ты подглядываешь, что я там делаю. Как будто видит, что я делаю, а? Так, ладно, эпические, эпические холмы, холмы. Не помню, ребят. Ну, без баги же, по-моему, здесь можно, да, проехаться? Холмы. Смотри, 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 что делает. Да, не, блин. Кто? Корнман. Корман, блин, тут еще какой-то, ребят. Йоу, как этого Кормана сейчас там размотало, ты видел? Правильно, его размотало там, он начал кувыркаться. И я так понимаю, что он по ходу дела и разбился. Потому что он даже не доехал. Потому что он даже не доехал. И байк вроде бы... Нет, байк вроде доехал, ребят. Ну, раньше помню, когда мы, кстати, вот идеально приземлялись на такую вот вертикальную поверхность, у нас срабатывал ускоритель идеального приземления, и мы с тобой бустились там чуть-чуть. Теперь вот тут, оп, видишь, тут мы просто приземлялись, а раньше мы с тобой еще такой буст давали, блин, нифиговый. Тихо. Е.
Твою налево. Пока я тут рассусолился с вами, объяснял тут, что почем. Ты видел, да, этот хлыщ на своем байке? Чуть было меня не обогнал. Ой-ой-ой, вот это не надо, ребят, здесь. Оу, щет. Давай быстрее, вылетай оттуда. Это же надо, все попали. Эти даже, ребят, посмертно там загремели. Байк и фура. Они там, по-моему, положили свою жизнь. Но у нас, слава богу, о, отлично все вышло. Ну что, берем кипарик. И босс, наверное, будет, да? Так, а это кипарик, кстати, Билла. Билл Ньютон. Так, ребят, ну что, первый босс я не прошел. Три этапа. Тоннели, да? Тоннели. Всем привет. Приво. Так, что же нужно сделать нам? Ну, нам надо поменять, во-первых, убрать. Вообще-то ничего не надо убирать. Попробуем. Чемпион, идеальный старт был? Был. Смотри, вот видишь, в чем проблема, ребят? Я врезался, он же снизил скорость. Пипец. Ну как так-то, а? Да что тебя так мотает-то, блин? Да потому что нервничать начинаешь, вот, ребята, и мотать начинает. Поехали. Все вроде бы нормально. И начинаешь хорошо, блин, и все равно, ребята, потом... Так, надо же, мы проскочили. Так, вот здесь, наверное, нам надо... Да-да-да, вот сюда вот попадать. Обязательно, ребят, иначе... Иначе бы ничего хорошего не вышло. Ну что, последняя гонка, это решающая, ребята, гонка будет сейчас. Окей, вроде бы норм. Давай, рычик, не подведи. Камни эти, блин. Есть. Ху, да. Ребят, вот так вот получается. Получается, мы выиграли. Ой, аж в горле пересохло. Как у вас дела? Норм. Неплохо. Как у вас дела? Как у вас дела? Нормально, неплохо. Отлично. Так, что тут продолжить? Продолжить. А я уже не помню, что тут у нас. Ну давай, поехали. Гонка. Чисто на ролике, что ли? Блин, крылья бы здесь... Нет. Или да. Не пойму. Ты что делаешь, Рэй? Нужны... Пригодились бы тут крылья или нет? Такая трасса заковыристая, я тебе скажу. Да. Новый рекорд. Так, теперь мы соревнуемся. Ну, возможно, вот здесь бы, да, крылья бы не помешали, ребят. Но только здесь, в самом начале. Вот дальше что-то я бы не сказал, что они нам нужны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то размотало, парнишка. Ты смотри-ка. Обогнали? Еще одна гонка. Байк. Но я вижу, что тот финтифлюшки на крыльях начинает буститься. Поцелуй землю, придурок. И опять первый. Но время уже, как видишь, хуже. Хуже было. Опа. Ты видал? Ты видел, что чувак делает?
как они вообще на этих попрыгушках делают? Ну. Так, стоп, 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 стоп. Да. А чувак доехал или нет? Наверное, доехал, я так понимаю. 56 секунд. Опять ты? Опять, ребята, он на своих попрыгульках. Опять он куда-то там улетел. Да не надо. А, ну все, тут нормально. Все равно это, ребята, нас не обгоняет этот. И все равно я последний получается, да? 27 секунд. Ну, я вряд ли успею, конечно, за 27 секунд, ребят, здесь проехаться. Это со своим форсажем достает меня, блин. Как он там, блин, пролетел-то, не пойму. Я все, не финишировал. Разбился. Разбился, ребят, к сожалению. Какое место у меня там непонятное. 26-е. Ну, 26-е, ребят, это неплохо, я считаю. Фига себе. Фига мы тут. Нормально так. Хапнули, да? Так, и я еще хочу, ребят, в приключения. Тут у нас... Да-да, старый добрый драндулет. Автобус. Ой, ой, ой. Байк уже готов. Разбился. Ну, конечно, этого-то нам не обогнать. Понятное дело. Все, ну, по-моему, наверное, сейчас тут и... Нет, смотри, едет старичок. Едет наш старый добрый викинг. Автобус-каталажка, ё-моё, а? Давай. Такой буст такой. Все, крышу потеряли. Сейчас начнем людей терять потихонечку, да? Я так понимаю. Или вы там... Если бы не потерять, ребята, это говорит только об одном, что они не пристегнулись. Все, один готов. Сам виноват, надо пристегиваться. Я же не вылетаю, ребята. О! Второй, три. Я же не вылетаю из автобуса, потому что я пристегнутый. Сидухи там нет, уже складываются, раскладываются. Викинг, да, викинг дает. А как, ребята, он... Пожестче. Вот, вот тут, ребят, надо быть аккуратно, предельно аккуратно, потому что... Ой! О, даже как... Ты серьезно? На одном колесе? Ну, это что-то с чем-то, ребят. Да. Фига он. Да. А викинг-то не лыком, как говорится, ши, да? Смотри. На одном колесе едет, пофиг ему на все. Вот тут главное не врежься. Ну, такова судьба, ребят. Такова его судьба. Тут по-другому никак бы не сделали было. Ну что, друзья. На этой ноте я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.